Это фрагменты пхеньянского чемпионата мира по настольному теннису. Победителями и призерами его стали спортсмены, разные по характеру и манере игры. Объединяло их только одно – все они были игроками атакующего стиля. В январе 1981 года в матчах на первенство Европейской лиги сборная СССР принимала команды Венгрии и Швеции. Розыгрыш очка в настольном теннисе начинается с подачи. Эффективная и техничная подача часто приводит к выигрышу очка или захвату инициативы. При всем многообразии подач, их можно условно разделить по характеру вращения на четыре основные группы с верхним, боковым, нижним и смешанным вращением мяча. Подачи с верхним вращением мяча в основном производятся по диагонали. Это подачи длинные. Движение руки напоминает удар накатом. Важное значение имеет правильный угол наклона ракетки. Подачи с нижним вращением мяча не позволяют сопернику начать активное действие. Движение руки с ракеткой похоже на подрезку. Подачи с боковым вращением мяча почти не встречаются в чистом виде. К ним непременно добавляется нижнее или верхнее вращение мяча. Здесь движение слева направо усиливается нижним вращением мяча. Посмотрите, как выполняются подачи со смешанным вращением мяча. Они, как правило, короткие по зоне отскока на половине противника. Очень эффективны подачи с обманными движениями руки. Игрок показывает, что будет производить подачу справа налево. Однако в последний момент характер подачи меняется, и она производится слева направо вверх. Сравните эти подачи. Похожие по движению, они имеют разный характер вращения, что дезориентирует противника. Особенности хватки пером позволяют усилить вращение мяча за счет более полного использования кисти. Очень эффективны подачи с высоким подбросом мяча, когда характер вращения можно определить только в последний момент.
От высоты подброса зависит ускорение мяча в момент контакта с ракеткой. Тактика во многом определяется манерой игры соперника. Основное оружие игрока атакующего стиля – хорошо поставленный топ-спин. Именно такую тактику выбрал Габор Гергий, встречаясь с игроком оборонительного плана Солоповым. Солопов обладает стабильной подрезкой как слева, так и справа. Затрудняя ему игру, Гергий все время изменяет характер топ-спинов. Это то высокие по траектории с сильным вращением, то низкие, короткие в среднюю зону. Топ-спины чередуются с укороткой мяча. Все это является подготовкой к топ-спину с сильным боковым вращением или завершающим удару. В этой встрече Гергий применял в основном топ-спины с подрезки с прямым и боковым вращением мяча.